садят те, которые не хотят идти в коррупционную схему. Сегодня в милиции осталось две категории людей. Кого-то с этой коррупционной схемы посадить, значит, он может сдать всех. Я всем говорю, никому не верьте. Сегодня схема очень простая. Значит, те, кто в коррупционной схеме, их не берут ни от райотдела, потому что ему доводят до плана. Ты должен собрать 100 гривен каждый день. И 100 гривен, только 10 остается ему. 90 он передает своему непосредственному начальнику в райотделе.